Привет, друзья, ставьте лайк, пишите свой комментарий под видео и обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Также подпишитесь на наш телеграм-канал новости крипты и твиттер и регистрируйтесь и торгуйте по нашим ссылкам в описании на биржах для того, чтобы мы для вас стали лучше. Он одобрила предложенные Tencent и Ant Group стандарты NFT. Об этом сообщил источник Bits Агентство ООН по стандартизации и телекоммуникации одобрило техническую структуру NFT, представленную китайскими технологическими гигантами Tencent Holdings и Ant Group. Совместный проект Tencent и Ant – техническая основа для услуг цифрового коллекционирования на основе технологии распределенного реестра DLT – стал первым проектом, одобренным Международным союзом электросвязи специализированным учреждением ООН по информационным и коммуникационным технологиям. Друзья, подписывайтесь на наш телеграм-канал, там мы публикуем различные аирдропы, вайт-листы новых проектов и новости из мира криптовалют. Поскольку правительство Китая запретило любые криптовалюты NFT в стране, представленные как цифровые предметы коллекционирования и не используют общедоступные децентрализованные блокчейны, Китай развивает свои собственные сети для поддержки NFT, которые должны приобретаться за юаней. Инфраструктура для развертывания проектов NFT обеспечивает поддерживаемая государством сеть блокчейн Service Network. Международный стандарт направлен на определение технической архитектуры, технических потоков, функциональных требований и требований безопасности для цифровых предметов коллекционирования на основе блокчейна. Он может помочь добиться консенсуса и общего понимания во всем мире в отношении формирования технической основы для услуг цифрового коллекционирования, говорится в сообщении участников проекта. Помимо интернет-гиганта Tencent и дочерней компании Ant Group, развитие проекта поддерживают и другие китайские компании, университеты и учреждения, в том числе Китайская Академия Информационных и Коммуникационных Технологий, Пекинский Университет Почты и Телекоммуникаций, Инновационный Центр Джеджан Lab и Джеджанский Университет. Напомним, что в октябре прошлого года Ant Group и Tencent переименовали NFT в цифровые коллекции на своих платформах. Позднее компании подписали соглашение с государственными организациями о саморегулировании NFT. Недавно стало известно, что Alibaba Group запустила NFT в честь зимних Олимпийских игр 2022 года. Кроме того, ранее стало известно, что цены NFT относительно независимы от более широкого рынка криптовалют. По данным аналитической компании Coinmetrics, рынок невзаимозаменяемых токенов, хотя он все еще находится в зачаточном состоянии, и кажется относительно независимым рынком, который не обязательно движется вместе с более широким рынком криптовалют. Данные по-прежнему показывают, что не существует последовательной корреляции между ценой эфириума и объемами продаж на доминирующем рынке NFT OpenSea. График цен эфириум в зависимости от объемов OpenSea показывает, что с начала 2021 года они часто двигались в противоположных направлениях, причем по крайней мере три, причем, по крайней мере, три заметных расхождения произошли в мае 2021 года, ноябре 2021 года и в январе 2022. Однако данные также показывают, что цена эфириума и объемы NFT иногда двигались одновременно вопреки распространенному мнению, что более высокие цены эфириум вредны для NFT. Иногда они сильно коррелированы, как август 2021 года, но в других случаях они отрицательно коррелированы, как ноябрь 2021. Далее они пришли к выводу, что рынок NFT следует рассматривать как относительно независимый от более широкого криптопространства и что он может по большей части двигаться отдельно от остального крипторынка. Между тем в отчете также затронуты большие различия, существующие на рынке цифрового искусства, отметив, что некоторые коллекции пользовались неизменным успехом, в то время как другие переживали большие взлеты и падения. В качестве примера он упомянул популярные коллекции Board App Yacht Club. Цены, на которые росли относительно стабильно в то время, как коллекции такие как ArtBlocks Curated достигли пика во время так называемого лета 2021 года и еще не восстановились. В отчете говорится, что во всех отслеживаемых коллекциях NFT крупные продажи выросли в этом году, хотя им еще предстоит достичь уровней, которые были на пике повального увеличения NFT в августе 2021 года. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, ставьте лайки.